Были попало к нам, как обычно. Как это обычно бывает, рождается ребенок, у него аллергия на собаку, и собака уходит в другой дом. Вот. Сказать по секрету, у меня есть тайная любовь к французским бульдогам. После того, как у меня побывала Аська, я всегда хотел, чтобы у нас французик появился. У нас как-то прошлым летом попала девочка, очень больная, ее, слава богу, забрал себе домой ветеринар, выходил, все с ней сейчас хорошо. Кстати, боевая машина Аська как раз была именно такого окраса, они очень похожи, поэтому сейчас у меня всплывает ностальгия по этому всему поводу. Моя задача — подружиться с Белькой так, чтобы у нас был контакт, чтобы я мог ее забрать. Вот. И сейчас мы будем пробовать это делать. Белечка, Беля, зайка, не бойся. Да все, зайка, молодец. Вот это вкусненькое надо нести. Да, Беля? Ну, моя хорошая. Иди ко мне, зайка. Беля, я хорошая. Мы кусочки будем делать. Я сейчас скажу, что это вкусненькое принесу. Да? Давай я схожу за вкусняшкой. Колбаски. Колбаски, Беля? Бэль, иди ко мне. Сейчас я схожу. Кусеньку возьму. Сейчас приду. Подожди. Бэль. Зайка, давай знакомиться. Не аж смотри, какая у меня есть стука. Бэль. Бэлечка, давай, зайка. Ну, вкусненько. Бэль. Ну, зайка. Ну что ты грустишь? На, зай. Бэль. Я подлиннее кусочек вот так. Бэль. Зай, ну на шкале. На, кусь. А ты моя умница. На шкале кусать хочешь. Шкале. Ай, умница. Бэль, дай мне. Давай косточку. Бэль. Ну, девочка, ну хорошая зайка. Давай. Ай, молодец, Белечка. Давай. Ай, умница. Косточку, Беля, молодец. Ай, Беля, умница. Ну, наконец-то, Беля хорошая. Белечка, ну, на косточку кушает зайка, молодец. Вот так вот. Ну, уже хорошо. Беля пошла на контакт. Она забыла, что надо обижаться, она взяла косточку. Это уже достижение. Беля молодец. И Беля не рычит сегодня. Да, Белечка? Ай, умница, зайка. А если я Белю поглажу? Белечка, можно погладить Белю? Чуть-чуть, немножко. Ай, о, молодец, Беля. Еще ай, умница, зайка какая хорошая. Белечка. Зайка, девочка, ай, умничка. Кушай. Все, умница, кушай косточку, молодь, Белечка. Все, это наша собака. Беля умница. Не, я пошутил, все, Беля. Не, зайка, твоя косточка, сама кушай еще, да. Без вопросов вообще, кушай, Беля. Ну все, Беля свою косточку. Ну для начала уже не буду, да? А такой кусочек? Нет, такой не были, не будет. Белечка. Ну, уже хорошо. Уже лучше. Ай, молодец. Беля, умница. Хорошо. Ай, умница. Белечка. Все. Ну, неплохая собака. Просто нужно время. На, бабос. Беля такое не ест. Ну. О. Хорошо, Беля. Все, Беля, к нам приехали гости. Я рад с тобой сегодня близко познакомиться. Я понял, ты не любишь руки. А завтра? Ну, с кусочком можно к тебе приходить? Дай лапку. Дай? Нет. Ты броситься можешь? Можешь укусить телефон? Если болит злиться, так может укусить? Я ж тебе косточку-то принес. Ой, какая собака интересная. Настоящий бульдог французский. Но сегодня уже лучше. Я понял, все, не так быстро. Хорошо. Хорошо, Беля, молодец. Давай. Все.
все, пока, люди приехали. Давай я постелю тебе. Белечка молодец. Белечка будет тут спать. Давай, Белечка, ложись сюда. На сегодня с Белли занятия окончены, но я доволен результатом. Почему? Потому что сегодня Белли хоть как-то, но уже позволила себя погладить. Я думаю, с каждым разом дела будут лучше, и мы еще будем общаться. Сейчас к нам приехали гости. Мы идем быстро.